Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia G10 можно пользоваться Google камерой, либо же Google линзой или Google объективом. Качать нам не придется, она у нас установлена. Нажимаем вот сюда в камере. Открывается у нас Google линза, нажимаем открыть камеру. Разрешаем все. После чего начнем с первой функции. Перевод. Здесь можем выбрать язык, чтобы он не автоматически, чтобы Google 100% не ошибся. Далее наводимся на какой угодно текст. Google его распознает и нам переводит. Текст. Благодаря этой функции Google распознает какой-либо текст, после чего можете его просто скопировать, если вам лень, например, печатать. Поиск. Данная функция такая общая. Можете что угодно сфотографировать, Google вам это найдет в интернете. Домашнее задание. Это такая функция, которая, как понятно по названию, решает вам домашнее задание. Оно сможет решить любое задание, которое не такое сложное, в котором, например, нету условий. Поэтому, если вы наведетесь на какие-нибудь логарифмы, то оно спокойно может вам решить. Покупки. Если вы наведетесь на какую-нибудь вещь, например, у нас есть мышка здесь. Наведетесь на мышку. Сейчас телефон наведется. Мы сфотографируем. Телефон определил мышку. Вот, пожалуйста, мы нашли данную мышку в интернете. Показывает, правда, у нас почему-то американские магазины, но у вас должно быть... У вас должно показывать те магазины, в котором регионе вы находитесь. Далее, следующий пункт – места. Должны мы разрешить местоположение. Если мы сфотографируем какой-то памятник, какое-то красивое здание, нам Google найдет это в интернете и покажет описание. То же самое с ресторанами, но также покажет оценку и также описание ресторана на Google картах. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!